Карелию прибыла делегация из китайской провинции Фуцзянь. В республиканском правительстве гостей встретил в Рио главы региона Артур Парфенчиков. Он поприветствовал делегацию и поблагодарил за сотрудничество. Хочу заверить вас в том, что Карелия готова к взаимовыгодному сотрудничеству по всем направлениям. Не могу не высказать удовлетворение в связи с запланированным на текущий год заключением соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Карелия и народным правительством провинции Фуцзянь. Китай не первый год проявляет интерес к корейской экономике и промышленности. Китайские инвесторы принимают участие в строительстве Белопорожских ГЭС. Корпорация Синомек собирается построить в Кемском районе ветроэлектростанцию. Сегодня в планах китайской делегации познакомиться с новыми возможностями для инвестиций в Карелию. Специально для гостей правительство республики организует презентацию экономического потенциала региона. В конце встречи гости из Китая пригласили Артура Парфенчикова приехать в провинцию Фуцзянь с ответным визитом в сентябре. В Рио глава региона приглашение принял.